Всем привет, всем с добрым утром. Московское время 5:37 утра. Вот, так что да, солнце уже встает у нас, в комнате светло. Сейчас я хочу разлить сок. В общем, голос у меня еще не разошелся после сна, так что все там вам видно, ну относительно видно, а штатив, конечно, маловат. Так, это у меня апельсиновый сок. Голова болит, капец. Апельсиновый наливаю. Не выливаю до конца, потому что я думаю, что захотят и апельсинового, и яблочного, и еще квас будет. Короче, я боюсь, чтобы не осталось все это в кувшинах. Поэтому выливаю вот так вот. Хотя можно было вот так вот заполнить. В общем, вот. Лед у меня в морозилке. И я добавлю... Ой, как близко к вам поставил. Я его добавлю в конце, чтобы охладить. Так. И выливаю яблочный тоже. Ну, не выпьем, значит, обмотаю максимально пленкой пищевой, чтобы холодильником не пропитался. Ничего страшного, короче. У нас просто ранний приезд, поэтому время 5:39 уже. Я включила первый канал, там идет «Доброе утро», показывают разные репортажи. Сделала, правда, потише телевизор, чтобы нас там авторские права не беспокоили. Вот. Все. Остальной сок убирать можно в холодильник. А вот этот у нас будет стоять здесь. Так. Про сервировку я, короче, вчера так и ничего не сделала. Что-то как-то замоталось. Я, короче, сейчас буду сервировать с вами вместе. Короче, мозг работает очень плохо в 5 утра для сфотки. Так, вот нарезочка, колбаска, сыр, бекончики. Я думаю, соки надо как-то вот, вот сюда, наверное. Как-то так, не знаю. Это для десерта. Наверное, тоже нужно убрать в сторону. Пока что. Так, все. Начинаем, ребяточки, работу. Это все 4 бокальчика будут нужны. Так, мы это все вставляем. Тарелочки, скорее всего, для десерта я пока уберу немножко в сторону, потому что как-то надо залить еще воду в этот увлажнитель вчера. Что-то я этого не сделала вчера. Вот так вот, если я свет включу, вам будет видно вообще замечательно все. Немножко низко, да, у нас стоит. Это вот на черной тарелочке нарезочка выглядит так. Продолжаем сервировать. Вилочка с правой стороны у нас. Тут рюмочка, бокальчик, стаканчик, бокал. Такой. Что-то все у меня вперемешку. Ой, господи. В общем, я закончу и вам покажу. Наверное, в центр. А что в центр? Нет, это сбоку. Так, 4 таких. 4? Да. А немного? Не знаю. Я все выложила. Принесла. Это что, лечо?
Лечо. Кто как говорит. Так, я тут заметила одного диверсанта. Я бокал не тот положила, потому что этот расписной, а этот немножко другой. Так, двигаемся. Двигаемся по бокалам. Фруктовая тарелочка идет сюда. Сбоку. Так вот. Сейчас сюда еще дыню надо будет помыть. И вот туда на тарелочку. Сейчас я все это распределю, конечно, да. Это так первоэтапный такой у нас. Слушай, а у нас в баре нету разве вот такого же одинакового? У нас производится замена, держи, обычного на вот такой. Тут что-то как-то перепуталась, Так, что еще нам надо? Дыньку я хочу вот сюда. Я сейчас все раскладываю так. Оставляю центр, потому что будет еще блюдо. То есть надо все так очень дипломатичненько все выставлять. Ну, в общем, пока вот это все выглядит так. Я просто вот здесь вот место оставляю на краю тоже, чтобы все хватило. Пока хаотично, но в конце, я думаю, будет все выглядеть более или менее нормально. Посмотрим результат. В общем, здесь вот так вот 3 бокальчика всего. Сейчас я развернусь, подождите. Все-таки 5 утра дает о себе знать. А, вот, а здесь 4, потому что из рюмочек будут пить только 2 человека, поэтому я вот так вот села здесь. Вот. Ладно, пойду дальше делать. Тем временем я покажу вам Тимочку. Короче, вот эти вот капли, ребята, я никому их не советую. Это какой-то кошмар, как от них воняет. Как кот наш носился, как ему все это не нравилось, это что-то с чем-то. На самом деле, вообще, да, Тим? И вонище до сих пор, хотя прошло сколько уже? Часов так 8 или 7, где-то так. Утро раннее, Тимочка не поймет, что мы все ходим. Ходим, бродим, зайка. Но он теперь все, он обиделся, он не дается. В окошко. О, потягушечки какие красивые. Прям как специально по заказу. Что ты делаешь? Что ты трешься? Попсик, что трешься? Попка. Ой, ты мой сладкий. Ну, пахнет очень сильно. Кошмар прям. Кстати, там солнце встает. Там встает солнце. Вот, солнышко. Да? Знаете, что хочу сказать? Прогнозирую, что вот этот как раз-таки лечо будет где-то вот здесь, в этих местах, потому что очень жирный продукт. И, конечно же, он может запачкать скатерть. Не хочется вот все это пачкать, но, скорее всего, что-то где-то вот так вот оно капнет. Это 100% так и будет. Так, тут гороскоп какой-то пошел. Ну, поднесла. А, кстати, это селедка с оливками, а это скумбрия. Ой, вот такой вот у нас столик получился. Сейчас будет мой гороскоп, послушаем. Ну-ка, это весы, а сейчас будут мои. Прекрасный гороскоп. Просто прекрасный. Вау. Так, грибочки в сметанном соусе. Да? Хорошо. Что у нас там? Картошка делается? Да, печется. Хорошо. Между делом у нас появился еще винегрет. Вот, 2 тарелочки. Короче, пир на весь мир. Приходите. Так, ну у нас почти все готово. Осталось в центре картошка. И в сок нужно добавить будет лед. Вот у нас картошечка тут. Сейчас еще
голубцы и что еще? И крылышки, да, сюда. Вот все. Мой подносик, который я покупала, в порядке. Тут у нас еще голубцы подъехали. И сюда сейчас крылышки. Все. Вот такой вот стол у нас готов. Можно кушать. Все, снимать дальше не буду. Так что всем приятного аппетита. Итак, заключающий этап. Крылышки. У нас все на месте. Все, сейчас в душ. Они с дороги. И за стол. У нас тут вот такой вот красивый тортик еще на десерт. Итак, смотрите, что привезла бабушка маме. Она купила это в поезде. Сделано в гусь хрустальном. Как оно, что здесь написано? Гравировка платина. Такая красненькая конфетница или фруктовница. Я, если честно, не знаю. Сделано в России. Что у нас тут написано? Так, гусь хрустальный, улица Волгоградская, дом 4. Ну, я вам просто показываю, что как. По стоимости я не знаю, это подарок. Но сказали, что выгодно. Вот. Тут получается розочка такая, да? Да. Тут надо скотчик аккуратненько снять, чтобы не травмировать. Так, открываю. Аккуратно. Все, этикеточку сюда. Кусочек остался. Аккуратно. Кстати, очень красиво сейчас сочетается с катертью. Красная с красным. Мы сейчас как раз найдем для нее применение. Вот здесь различные конфетки. И мы сюда закинем сразу конфетки. Сколько здесь? 1,5 килограмма конфет, да? Я брал Молдову, взял 0,5 кило там. А потом все подвесили. Нормально. Молдову 0,5 кило. Это вот пакет конфет на сколько рублей? Уже 2 пакета. Так, тут еще вот пакет. Мне кажется, все не влезет. Ну, я так, чтобы красиво стояло. Я оставлю еще одну тарелку, а то это... Видите, как красиво получилось. И вот эти вот, кстати, конфеты я покупала в Duty Free, то ли на Кипре, то ли в Турции, то ли еще где-то. И вот они тоже продаются в Молдавии. Они тут закрытые. Так, крышечка только снимается. А, она приклеена там. Скотч. Ох. Да, вот здесь вот крышечка. И они сделаны в Германии. Так, что с фокусировкой, ребят? Вот, в Германии сделаны. Со вкусом клубники. Вот две таких. Пусть будут. Это хватит, наверное, на год. В общем, а сейчас время обед. И мы продолжаем. Очень красивый такой вот оформление, этот резьба или как он называется. В общем, вот так вот красиво выглядит. Здесь тоже конфеточки. Это кофе 3 в 1.
по нашему стоит 5 рублей. Там дешевле. Фольклор называется. Конфетки. Букурия. Фабрика Букурия. Вот. Такие вот камушки тоже. И здесь метеорит. Фаворит. Короче, тоже парочку вот сюда докину. Ну, все, это можно убрать в сторону. Убирай в сторону вот это все. Я, кстати, тут вот такие вот пакетики со льдом были. Я сюда залила водички кипяченой с чайника уже. И вот они застыли. Завязываются они вот так вот. А сейчас я буду сюда сок заливать. И, наверное, добавлю льда, чтобы все это дело охладить. Так, и яблочного тоже сюда. Ну, вообще идеально на стол. Вот эти два сока. Получается, как по 2 графина. Я не знаю, литраж графинов. Один раз мы купили одинаковый сок. У одного, ну, было полностью, у другого где-то вот так. Одинаковых 2 пачки сок. Ну, возможно, там кувшины немножко разные, когда заливали их вот стеклом. У какого-то больше объем здесь, у какого-то меньше. Да, ну, короче, никто не захотел этот лед. Ну, в общем, ладно. Они говорят, разбавится, разбавится. Папа только что взял еще сок яблочный, но пока я его уберу в холодильник. Вот это молдавский калач. Свежий, хороший. Вот он. Сзади. Вот хлеб попробуйте. Собственно, в обед у нас то же самое меню, только уже в обычненьких тарелочках. Там еще этот. А вот еще несут. Несут. Давай я в сторону конфеты уберу. Сюда их можно переставить сейчас. Вкусный тортик. Тарелочки мои. Короче, мы разрезали арбуз. Он, да, переспелый, и он не астраханский, так что купили очень дорого, надо было покупать дешевле. В общем, фигня на постном масле.